Это не был день донора. В Казахстане он отмечается 18 января. Это не была всеобщая акция. Это был порыв души. Не секрет, что кровь является уникальной биологической жидкостью, которая способна подарить жизнь. Именно поэтому сотрудники телекомпании «Первый Карагандинский» решили сдать кровь. Инициатором этой акции стал директор телекомпании Ержан Макатов. Он же стал первым донором. Ежедневно журналисты телекомпании «Первый Карагандинский» работают на передовой, стремятся предоставить последние данные и призывают горожан сохранять осторожность. А сегодня коллектив решил внести свой собственный вклад в борьбе с COVID-19. Сотрудники телекомпании решили сдать кровь для больных COVID-19. Мы уверены, что совместными усилиями удастся справиться с пандемией. Особый вклад в борьбу с коронавирусом вносят те, кто сам недавно переболел этой напастью. В областном центре крови организовали забор плазмы для лечения тяжелобольных. Уже заготовлено 160 доз. С 23 июня этого года в областном центре крови осуществляется заготовка иммунной плазмы с антителами COVID-19 от доноров, которые переболели коронавирусной инфекцией. Предварительно доноры обследуются на антитела. Если титр антител более 3, то эти люди допускаются к сдаче иммунной плазмы. Эта плазма заготавливается для пациентов Карагандинской области, которые находятся в тяжелом и критическом состоянии с коронавирусной инфекцией. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 107 жителей Карагандинской области. В то же время 125 карагандинцев излечились от коронавируса. Мы уверены, что подобные акции помогут нам победить пандемию. А также призываем наших коллег поддержать это начинание. Біз біргеміз. Мы вместе. Полина Малюкова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.